Твиттер не будет блокировать аккаунты мировых лидеров. Твиттер считает, что даже если он заблокирует мирового лидера, это не заставит его замолчать. Социальная сеть Твиттер сообщила, что учетные записи, принадлежащие мировым лидерам, имеют особый статус и отклонила призывы пользователей удалить аккаунт президента США Дональда Трампа. Споры по поводу твитов Трампа разразились после того, как он написал, что у него гораздо большая и более мощная ядерная кнопка, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Критики Трампа считают, что твиты и постоянное присутствие Трампа в сети угрожают миру и нарушают правила Твиттер, запрещающие угрозы насилием. Как сообщает Reuters, некоторые пользователи протестовали около штаб-квартиры Твиттер в Сан-Франциско. Твиттер ответил в своем сообщении, что даже если он заблокирует мирового лидера, это не заставит его замолчать. Блокирование мирового лидера в Твиттер или удаление их противоречивых твитов скроет важную информацию, которую люди должны видеть и обсуждать. Это также не заставит этого лидера замолчать, но, конечно, будет препятствовать необходимой дискуссии вокруг его слов и действий, говорится в сообщении. Компания заявила, что она просматривает твиты мировых лидеров и соответствующим образом применяет свои правила, оставляя открытой возможность, что некоторые материалы, размещенные ими, могут быть удалены. В компании добавили, что ни один аккаунт не влияет на решение соцсети. Мы упорно работаем, чтобы оставаться беспристрастным, имея в виду интересы общества, говорится в сообщении Twitter. Напомним, что ранее в Twitter президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией. По материалам сайта newsgra.com.